Всем огромнейший привет. Заглянем в Кофе-экспресс, посмотрим на новинки. Это Москва, Мартеновская. Точно адрес под видео. К 8 марта. Всевозможные штучки, подарочки, интересные вещички. Точилка, духи. 49,50. Ну, какие флакончики пластиковые. Правда, громоздкая, но красивая. Декорация люблю. С прищепками 174. Поздравляю, открыточки по 11 рублей. Светильник, цветок 174. Так, ну какие розочки, ручка, цветок 62 рубля. Похоже на металл. Зеркало 83 двойное. Декорация тоже интересная для творчества. Смотрите, они из фанеры тонкой. Такая интересная работа, тонкая. Ну, лазером, конечно же, есть дырочки, чтобы подвешивать. На весеннюю тему цветы, да. Кружки 99, 300 миллилитров. Весна начинается с твоей улыбки. Но не белоснежная, тоже немножко грубоватая. Так, с твоей улыбки пусть каждый день приносит радость. Уже два разных варианта. Это то же самое. 99. Весенняя открытка, сборная модель из картона. То есть сделай сам, получается, 62 рубля. Любимой сестре, любимой маме. Наклеечки какие нежные, красивые. 39,50. Вот такие. Несколько вариантов. Гирлянда. Цветочки голубенькие и розовые. Как тюльпанчики, очень красивые, кстати говоря. Очень-очень красивая, 149 рублей. Длина у нее 1,5 метра. Кошелек, цветы. Так, набор подарочный, тут гребень. Ластик в виде помады. Ну, то есть, вот, пожалуйста, духи, помада, канцтовары. Теперь вот такие. И набор ластиков, десерт. 49,50. Тортики всякие разные. Они, по-моему, разбираются там, как конструктор. Можно играться. Наклейки из фетра 69. Желтые, синие, розовые, красные. Игрушка люблю. Мягко набивная. Это крабики. Так, ручка в подарочной упаковке. Она прозрачная. Корпус у нее. Там вот пузырьки воздуха и какие-то сухоцветы, что ли. Цветочки. Блокноты, закругленные края. Вот блокноты неплохие. Смотрите, тут есть еще блестящие детали. 87 рублей, 80 листов. Да, блокнотики неплохие, пакеты красивые. 49,50. А побольше 69. Смотрите, какие ручки. И есть завязочные банты. Банты. В нижнем ряду коробка подарочная картонная. А выглядит как металлическая, потому что форма у нее такая. Белые, голубые, розовые. Дальше еще подарочный набор 249. Кружка внутри. И что-то там еще. Ну-ка. Кружка и ложка. А, вот ложка керамическая. 249. Подарочный еще один набор. Блокнот, бумажки, ластик, два карандаша. И вот такой. Это мыльные цветы. 199. Мыльные цветы. Мешочек подарочный. 39. А, вот еще из ленточек цветы. Как ручная работа. Смотрите, какое. Ну, хоть выглядит как мешковина натуральная, но на самом деле похоже на полипропилен. Полиэстер, да. Это полиэстер. Но выглядит как натуральный. Смотрите, какая расческа для волос с зеркальцем. Интересная, 124 рубля. Походный вариант. Даже клубничка. Щетка для массажа. И что я тут увидела? Я увидела здесь вот, что массажер для тела теперь в виде собачки. Такса, что ли? Да, расстояние побольше между лапками. Органайзеры для косметики и аксессуаров с крышкой. Вот такие закрытые, непрозрачные. И контейнер для косметического мусора. Вот это, кстати, хорошая штука. Во-первых, он прямоугольный, мало места займет, компактный. Во-вторых, крышка у него такая вертушка. И внутрь еще, по-моему, можно пакеты, вот как здесь.
изображено, зажимать вот здесь с помощью рамки пакет и выбрасывать весь мусор в пакете. Темно-серый цвет, белый. Да. Так, а это что такое? 249 рублей прозрачный. Три отделения. Притом перегородки можно переставлять. А какой высокий, глубокий. 249. Так, и вот еще какой есть. С крышкой тоже, но для палочек отделения. И для какой-то еще такой декоративной, а уходовой косметики, пожалуйста. Квадратные. 199 на ножках. Тоже серый-белый цвет. И крышки, посмотрите, обратите внимание. Белый корпус, белая крышка. Серый корпус, серая крышка. Еще черный цвет, оказывается. Но есть и варианты. Белый корпус, серая крышка. Вот так. В перемешку. Еще один органайзер из этой серии. Для каких-то бутылочек маленьких, для лаков. Для всего прочего. 199. Тоже серый, белый. Подставка кристалл. 59. Вот что удобно, то что есть еще и круглые органайзеры в этой серии с крышечкой. Тоже серый, белый. Есть без крышки, но с разделителем. И там, видите, с перфорацией донышко внутри. Здесь антискользящее кольцо. Да, такой же. 199 с крышкой. И вот такие поменьше. Тоже два отделения для дисков ватных, для палочек. Тройной органайзер 199. И смотрите еще какая штука есть. Блюдце. Плоский органайзер. Сюда можно что угодно ставить. Вот для организации тоже пространство. Белый, серый, черный. Пледы вот эти двухслойные. 299 стоят. Смотрите, в этом фикс-прайсе все четко. 150 на 100, а он на самом деле 110 на 70. Так что неизвестно. Дальше. Вот такой интересный. С динозавриками. Маленький. 100 на 150 как раз. 249 рублей. Корзинка. Войлочная, но это искусственный войлок, 124 рубля, 45 на 20 и на 30. У нее такое широкое донышко, она не плоская, серый, зеленый, черный. Поддон очень удобный для обуви, у меня такой киевский, 70 на 37, 116 он сейчас стоит. Ой, он формальдегидный, сильно. Какие красивые контейнеры с синичками. С крышкой, с замками по две стороны. 3,3 литра с декором. Называется контейнер MyBox. 99 рублей. Ну, такой тонкий пластик у него. Зато есть ручка. И один на один штабилируется. Криминарк прибавляются тарелочки. Вот хорошего качества за 116 рублей. 25 сантиметров в диаметре. Они выпуклые снаружи. Так, и есть еще суповые. 20 сантиметров диаметр. 124. Всякие салатники разные. 299 самый дорогой, он самый большой, объемный 2 литра. И вот они какие бокалы, 87 рублей. Но в Чижике, кстати, дешевле были такого плана бокалы для вина. Там около 50 рублей, а здесь 149. И термобокал огромный, гигант, 540 миллилитров, 249 рублей. Какие интересные подставки. Ну-ка, салфетка декоративная, 38 сантиметров в диаметре. Вот, это типа силикона что-то. А, вот так, наверное, здесь более блестящая поверхность. И есть еще золотой вариант. Золотой, бежевый, желтый, голубой, в общем, всякие разные, но цены нет. В кружках появились вот такие анималистичные дизайны. А, с этой стороны. Оказывается, пьете чай, да, а с той стороны у вас оказывается жираф. Вот голова жирафа. Так, зебра там, по всей видимости, здесь у нас будет кто? Вот он кто. Да, оранжевая какая-то зебра, а это тигр, потому что. Формы для выпечки в виде сердечек 4 сантиметра 7,5 и 13,5. Да, три сердечка. О, набор баночек с крышками, а здесь оказывается открывалка металлическая. Кстати, нержавейка толстая. Это что такое? Сито. 13,5 сантиметров.
Мелкая-мелкая. Вот кто производит творог или еще для чего может пригодиться. Смотрите, какая мелкая тут сеточка. Практически как шелковая ткань. А я увидела здесь вот такое сито. Сито с ручкой 13,5 сантиметров. Но это уже не ржавейка. Вот его я возьму. Оно может пригодиться. А вот есть и побольше дуршлаг с ручками и с ножками. Кстати, удобно ставить его. Сито 87. Пробка для шампанского. Вот, закрыть, открыть. Вот это да. Силиконовая здесь внутри. Так, ковш эмалированный 249. Ну, тонкий какой-то металл. И смотрите, здесь потеки эмали. Качество, конечно, не очень. Бакелитовая ручка у него. Так, лотки. Что за лотки такие? Ага. То есть здесь как конструктор. Набор лотков номер 3. 299 рублей стоит. И в ящик стола вот можно различные комбинации делать. Маленькие лотки, пошире лотки, узкие, длинные. Комбинировать. Потому что между собой они вот здесь лапками скрепляются. И к тому же разного цвета есть. Есть белые, есть серые. Кому какие, выбирайте. Коврики тоже большие, силиконовые для выпечки. На нем можно и раскатывать, и выпекать. 45 на 64. Вот видите как. 45 на 64. Так, нет для него ценника. А вот рука для запекания для всей семьи. XXL. 38 ширина и 10 метров длина. Тоже нет на него никакого обозначения. По цене профессиональная бумага для выпечки. Это Гурманов профессионал, 40 метров. Да, посмотрите, какой рулончик-то не маленький. И 38 в ширину. Профессиональная, 349 рублей. Интересно, она просиликонизирована или нет? Сейчас увидим. Бумага жира непроницаемая, силиконизированная в рулоне. Ширина 38 сантиметров. Многократное использование возможно. Биоразлагаемый материал, силиконизированная с двух сторон. Готовьте без масла и без жира. Вот это да. Такой рулончик. 349 рублей. Как пачка бумаги для принтера. Я вам показывала высокие вот такие баночки квадратные. А теперь смотрите, какие плоские появились. Они очень стильные, красивые. Особенно зеленые. Вот если подходит под дизайн. 199 рублей стоят. Жестяные банки. 2 литра, 250 миллилитров. Красивые такие они, какие-то еще с блестками перламутровыми. А это что такое? Тройной набор, 3 штучки, 149 рублей. Так, наслаждайся каждым моментом. Называются. Уверь, что ты все сможешь. Ну и просто цветочки. Без лозунгов. Белочки, как цыплята. Смотрите, какой цвет. И черный ободок. Внутри белый абсолютно. 20 сантиметров диаметр, она глубокая, 124 стоит. И салатники огромные. О, какой стильный, смотрите-ка. Желтый-желтый. 249 он стоит. Полосатые просили показать. 83 рубля, 630 миллилитров. Это пиалы. Ну, такие толстые, тяжелые. Сейчас еще что-нибудь найдем, отыщем. Так, а есть ли плоские вот для тех желтых тарелок? Плоские тарелки, ну, вроде бы нет. Может быть, еще не привезли. Смотрите, какого котика нашла. Ой, там еще один. Так, это рыжий кот, 79 рублей, 19 сантиметров тарелка. Серый кот, сидит довольный. А тут вот есть еще и подмигивает. Ну, это кошечка, наверное. Так, это опять рыжий, серый, рыжий, да серый. Тем пиалам, по-моему, вот эти тарелки глубокие, полосатые. О, смотрите, как зарябило в глазах сразу. Глубокая 99. Серия цветочная 26,5. Вот такая абстракция. Тяжелые, немножко неуклюжие тарелки. Не чисто белые, они такие, видите, ну, как сказать, бежеватые, что ли, как топленое молоко цвет. Не белоснежные. И синие. Цветы с бежевым, листочки, 149 рублей, и поменьше 20,5 сантиметров, 79, тоже и синие с бежевым, и вот такие красные. Смотрите, какое блюдо нашла, как подсолнух, такое огромное, какое оно блестящее,
отражает свет. Вот эти вот грани отражают свет. Смотрите, как прям хрусталь. А, потому что это известная марка. Поэтому качество хорошее. Так, что тут пишут? Диаметр 31,5 сантиметра. Да, подойдет и для закусок, да для чего угодно. И для пирога 249 рублей. Тяжелое, но очень приятного качества стекло. Гладкое, блестящее. Стоит только вот так присесть. Нашла, смотрите, какие пиалы. Тоже желтые вот к этой серии. Так, они уже 370 миллилитров, по-моему, да. Или 870, 870 миллилитров. Вот такие, но нет ценника, потому что новинки. И нашла еще, смотрите, тоже присела и нашла с котами. Вот такие пиалы. О, и внутри 690 миллилитров. Да, тут, значит, 800 с чем-то. Ну и, конечно же, рыжий тут же. Бутылочки эти еще стоят для уксуса, хотя они очень удачны, потому что вот эта пробка подходит для обычных бутылок, даже с маслом. Можете купить бутылку с маслом, допустим, оливковым, и вот эту пробку потом сюда поставить. Ну, вернее, туда, отсюда туда. Банка, литр 150, 199 рублей. Тяжелая, толстая, но с силиконовым кольцом на крышке. Крышка-то какая мощная, даже одной рукой не открыть. Тут не очень, тут даже не силикон, а пластик такой, полипропилен. Такая крышка мощная, что можно даже выронить. Гипсофилы нет, разобрали все. Есть только вот типа ивушки, декоративная, да, ивушка так и есть, ветка декоративная. Мне сразу вспомнился ресторан «Плакучая ива», это вот из «Бриллиантовой руки». Там такие же какие-то ветки свисали. Смотрите, какие вот эти, конечно, необычные. Тут три, получается, три грозди из одной веточки. А это, как называется, цветок искусственный, глициния свисающая. Необычный, пышный. Так, что это? Орхидея кустовая. Тоже тут из одной веточки сразу 4 или 5. Есть понежнее, посветлее, и вот такие яркие, мощные. Ценников тоже нет пока что. Но я один купила, это декоративное кашпо. Ну, один, одно. Одно такое кашпо я уже купила, именно белоснежное. Поставила туда два горшка с травкой искусственной. Очень хорошо смотрится. Деревянная ручка. Но вообще работа такая хорошая. Не тяп-ляп кашпо это. Оно, по-моему, 199 стоит. 249 рублей. Так, посмотрим, что это и чего это. Птички на ветке. Полирезин и сталь. Да, похоже на крючки, но... Вот такие две веточки, тут две птички. А, есть, смотрите, коричневая ветка. Птички те же, ветка уже коричневая. И там тоже, может быть, здесь не докрасили просто. А может, так и задумано. Мультирамка 4. Что-то кривовато там внутри, паспорту. 199 рублей, притом коричневая есть, белая. Можно купить и поменять на фотографии. Внутри. Вот вам рамка в паспорту. 199 всего. Опять листы приехали. Вот они. Кто-то их покрывает лаком бесцветным. Потому что они все-таки вот какая-то водоэмульсионная краска. Она пачкается. Белый, бежевый и вот такой коричневый цвет. 199. А вот травки, кстати, нет. Все есть. И кактусы разных видов 3,149, и орхидеи 299. А травку то ли разобрали, то ли мы сейчас посмотрим в другом месте. Но она должна быть вот с этими горшочками. 199. Потому что в Юне остались калеус, например. И вот такая. Без опознавательных знаков. А вот травки нет. Травка-то хорошая. Лучше всех. Для садово-огородников. Кассеты 39 рублей. Кассеты для рассады. Так, ну там 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18, по-моему, ячеек. Они тоненькие. 39,50. Светильники 349. 10-ваттные. Белое свечение, полный спектр. Ага, то белое. А здесь есть еще розовое свечение. Будьте внимательны, потому что белое это обычное. А нам с вами нужно розовый и синий цвет.
Так что вот зеленая коробочка — это просто белая лампочка, а розовая — это то, что нужно, фитолампа. В отделе все для красоты. Смотрите, что я нашла, какие интересные бутылочки. Это пластик, элитное какое-то банное мыло, парфюм, жидкое мыло с парфюмом, да, парфюмированное. Забота о вашей коже в каждой капле парфюмированного мыла. Леретуш обеспечит не только ежедневный уход, но и раскроется премиальными ароматами. Интересно, как еще пахнет. Песня ангела называется. Да, и никак не обозначено. В общем, есть черный цвет, бирюзовый и белый. С дозатором или с помпой. Пол-литра. И вот еще что. Смотрите-ка, для мужчин натуральное мыло. Для мужчин благородный сандал и табак. Для ухода за телом, волосами, мягкого бритья. 3 в 1. 149 рублей. Большая банка. 450 миллилитров. И я нашла еще вишневый цвет бутылочки. И, кстати говоря, вот еще там черный. И, кстати говоря, у них аромат такой же, как и по цвету. Можно ориентироваться. Это самый нежный. Это такой, типа, морской. Насыщенный. Что-то типа вишни. Черный более к мужскому. Да, вот именно как сандал и табак. Как вот здесь написано по поводу мыла. Также вот эта черная упаковочка с мылом. Для детей волшебная ванна, меняющая цвет. 85 по карте, 460 миллилитров. При том, что, смотрите, голубая бутылочка и есть еще оранжевая. Не знаю, одинаково это или нет. Все они меняют цвет. Безопасная для детской кожи. Обогащена натуральными полезными экстрактами и депантенолом. Арома Bubble Gum. А это с банановым ароматом. Спрей-эликсир для волос 17 в 1. Укрепление и увлажнение, а также термозащита. 250 мл 79 рублей. Разглаживает волосы, придавая им глянцевый блеск, а также облегчает расчесывание и предотвращает запутывание в течение дня. 17 положительных эффектов. Термозащита, антистатический эффект, блеск, уменьшение ломкости, мягкость, сила, контроль пушения, укрепление, ну и так далее. Легкое расчесывание. Флюид для волос. Без секущихся кончиков. Тоже с термозащитой. 79. Теперь целая полочка здесь для банных. Смотрите, дел и мочалки всех видов. 79. И мыльница. 59. Держатель-органайзер 79. Чего тут только нет. Лейка даже для душа со шлангом. 249 рублей. И длина у нее 1,5 метра. Ну, вот здесь пластик. Пластик. Так, по поводу ёршиков. Вот в таких вазах 124. Под камень. Корпус 124 рубля. Ну, ёршики везде белые. Да. Наборы для ванной комнаты пластиковые полностью. Ну, такой эконом-вариант. 174 рубля. Зато с дозатором. Кстати, а мне нужен совок. Совершенно неожиданно. Обошла и увидела 29 рублей. Притом с резиновым ободочком здесь. Мягенький, хороший. Берем. Да. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что мое видео было вам интересно, а также полезно. Спасибо за лайки, комментарии, подписку. С вами была Марина, канал Тип-Топ ТВ. Подписывайтесь на меня также в Телеграме, в Яндекс.Дзене. Все ссылки вы найдете под видео.